Узнать об исполнительных производствах можно через интернет. На едином портале госуслуги доступен набор сервисов для представителей бизнеса и физических лиц, сторон исполнительного производства. Например, с помощью сервиса Госпочта в личный кабинет пользователя направляют электронные повестки от судебных приставов и сведения о задолженностях. Посредством данного сервиса в личные кабинеты сторон исполнительного производства доставляются повестки и сведения о задолженности. Также необходимо отметить, что на едином портале государственных услуг реализована возможность подачи заявлений, ходатайств, жалоб, обращений и иных документов должностным лицам службы судебных приставов. Необходимо отметить, что таких документов свыше 30 типовых по различным жизненным ситуациям, связанным с исполнением исполнительных документов. На сегодня количество таких обращений почти 2 миллиона. Самым скоростным на портале госуслуг стал сервис, позволяющий должникам и взыскателям в онлайн-режиме получить сведения о ходе исполнительного производства. Более 75% запросов исполняется менее чем за 3 секунды. Как показывает статистика, данный электронный сервис – один из самых популярных на портале. В сутки фиксируется около 35 тысяч запросов.